Пожарной охране России 372 года. Владимирские пожарные отметили этот праздник на Соборной площади. Там состоялся парад сотрудников МЧС. А гости праздника могли посидеть в кабине пожарного автомобиля, примерить на себя одежду пожарного, попробовать кашу в полевой кухне и даже посмотреть фильм о работе пожарных. В торжественной части мероприятия принял участие и начальник регионального управления МЧС. Показали нашу технику ребят для того, чтобы у молодых ребят уже закладывалось с детства и с юности основы культуры безопасности. И я уверен, что это все будет способствовать их успешному и патриотическому отношению к жизни. Свою историю пожарная охрана России отсчитывает с 30 апреля 1649 года. Тогда царь Алексей Михайлович издал указ об организации пожарной службы. Спустя почти 4 столетия в рядах пожарных служит около 220 тысяч человек по всей России. Во Владимирской области более 60 пожарно-спасательных подразделений общей численностью почти 3000 человек. Только с начала этого года огнеборцы ликвидировали свыше 1000 пожаров на территории области и спасли из огня 97 человек. По словам сотрудников МЧС, главное в пожаротушении – грамотное руководство. Руководство тушением пожара – это искусство. Как руководитель тушения пожара поставит работу на пожаре, так она и будет выполняться. Не запаниковать, грамотно, спокойно себя вести. Личный состав видит своего руководителя, также себя ведет. Наиболее отличившихся пожарных по случаю профессионального праздника наградили грамотами, нагрудными знаками и медалями МЧС России. Алексей Домнин, 6 канал.